Блин, опять что? Опять звенит. Что? Почему дверь открыта? Сколько времени? Что? Уже 12, уже... Ну, 11 часов, блин, уже быстрее надо одеваться, блин. Я опаздываю, где мои вещи? Вот, приодеваем все, одеться быстрее, быстрее, идем. Блин, а чуваки, что есть, а что есть в холодильнике? Посмотри, что есть в холодильнике, так. Ой, пицца, ну ладно, я его покушал уже, Мари, еды надо купить. Еды уже надо купить, наконец. Так, все, давайте откроем. Пацаны, что тут лежите? Ах, у нас нет работы. Мы отдохнем. Мы все пошли в школу. Пойду здесь сейчас. Да-да. Нет, все плохо, потому что там сломались на улице одна штука. И теперь она не будет валиться. Надо помочь этому человеку, кто живет рядом здесь живет. Окей, давайте я помогу. Все, иди починю. Ну, сломались, окей. Все там сломалось. Так, надо посмотреть. Так, давайте посмотрим. А вот что сломалось. Надо его починить, потому что так не пойдет. Так, давайте. Так, давайте починим это уже наконец. Так. Хопа. Блин, еще как высоко. Опа. Хопа. Все. Еще немного. Хоп. Фух, я залез. Так, вот это провод. Вот идет туда вниз, да. И надо починить, короче, вот это, потому что она уже не сможет, не будет работать. Так, ну смотри. Нет, подожди, ну вот, смотри, вот это надо убрать. Это уже старый, да. Он уже неправильно сказал, это, короче, надо вытянуть туда. Туда. Нормально, теперь будет работать. Все, друг, все нормально. Теперь она работает. Теперь все, теперь будет работать. Да. Ну, короче, давайте будем смотреть за другими. Давай. Так, давай. Ну, все. Здесь минут хорошо, давайте открывать. Какая вкусная пицца моя. Это уже до старого, надо это в музыку выделить. Давайте, слушаем, быстрее. Слушай, ребята, вот это положите на место, я очень спешу. Все, ребята, мне уже пора, конечно. Блин, а вот моя... Блин, у меня машины нет, радня. Ай, блин, отсюда пройдем, все. Идем быстрее, я опаздываю. Они уже ждут, блин. Бегом, блин. Я опаздываю. Надо поставить звонок на 7 часов. Блин. Ага, все. Фух, я пришел. Ну, я пришел. Кстати, ребят, всем привет. И сегодня я работаю, ну, полицейским. Ну, полицейский. Я работаю полицейским монстра, да. Здесь только... Не написано, да. Но полицейские монстры работают. Вот, здравствуйте. Почему вы опаздывали? Простите, просто я поставим звонок на, ну, один на 10, на 11 часов. А, ну когда следующий раз ставьте на 7 часов. Приходить надо в 8-9 утра. Окей. Все, спасибо. Фух, ребят, все, пойдемте.
Немного отдохнем. Здравствуйте, здравствуйте. Так, вот все монстры, да, вот наши. Вот эти, чтобы спасти людей. Ребята, вот здесь ящик, это где находится, ну, оружие там всякие, да, предметы, чтобы, ну, там, защищаться. Вот, и вот наше оружие, ну, сейчас я вам покажу, вот наше оружие, да, которое мы их используем, да. Давайте я вам даже возьму его, так. Ой, я его могу взять. Вот, оружие, вот такое, ну, конечно... Она по-другому меня трогает. Смотрится, когда мы трогаем. Но она так. Все, давайте, ребята, посмотрим наше первое задание. А какое у нас задание? У вас первое задание — убить одного монстра, который уже первый напали. Туда ехать быстро, окей. Нам уже... Ну... Какое место, Тори Би? Нет, какое место? Сапаева, окей. А она уже здесь, мы и так на Сапаеве. Давайте все возьму. Идем, блин, быстрее. Так, вот моя полицейская машина. И вот она уже, вижу, это подкрепление. Здесь уже дома. Давайте посмотрим. Здравствуйте, что здесь случилось? Здесь надо помочь им. Помогите! Нет, давай стреляем! О, на, возьмите. Это полицейский. Так, вот это поражено. Давай, стреляем. Все, ребята, мы смогли. Ура, спасибо, что мне спасли. Я такой же боец вообще. Можете наконец ехать. Спасибо, я поехал. Все, ребята, я поехал, короче. Вот моя полицейская. Они будут здесь убирать снова, но мы поехали обратно. Вот, короче. Мы приехали, да. Время как быстро идет, потому что я поддерживаю. Все, ребята, я поймал всех. Короче, все, давайте я поставлю там вот клетку вот этого непонятного кака. Вот где вот у меня вот эта штука, которая у этого мальчика. Вот. Все, давайте поставим одного еще. Этим. Все. Еще двоих. Двоих. Все. Теперь давайте ждать другую. Еще ставьте подкрепление. Какое наше еще подкрепление было? Убить одного гиганта. Окей, все. Ребята, мы поехали, короче. Все, поехали. Вот, поехали на это место. Давайте. Еду уже туда. И вот это место, где уже... Вот. Этот монстр, он там находится, да, вот. И вот этот гигантский, блин. Так, что вы это закрыли? Давайте. Потому что я не боюсь. Как бояться? Не боюсь. Все. Давайте. Так. Все, спасибо. Спасибо, что уничтожили.
этого монстра. Ём, как... Этот монстр даже не мог... Нелегально быть им. Все, короче. И какое следующее задание? Тебе следующее задание убить, конечно, очень дежурный. Тебе надо убить, ну, одного монстра. Это как он его зовут? Какой-то красный монстр. Его ты можешь уничтожить только сильное оружие. Его. Но он находится в... Окей. Вы посередине места, окей. Все. Короче, я собираю вещи. Я вижу. Так, все. Нужен команда? Да, мне нужен один команда и один танк. И один полицейская машина. Окей, все. Все, я вызвал себе команду, короче, теперь. Все, она уже... Так, все, короче, ребят, поехали, вот. На это место. Так. Вот этот монстр. И, блин, ну давайте вот это возьмем. Вот моя команда. Давайте по очереди всех, давай. Давай, стреляй. Окей, стреляй. Так, давай. Я стреляю прямо в... Все, давай, смотри, я. Все, давай, ты кидай. Все, ребята, мы собрали, короче. Все, молодцы. Спасибо вам. Все, короче, давай удачи. Я поехал. Давай, пока. Я тоже пошел. Давай, вот это нам надо срамать. Все, все уехали. И давайте тоже поедем. Из этого места. Так, сегодня вторник, да? Все, короче. Все, я выполнил все это задание. Еще вам посмотреть, какое? Убить одного Хагивари. Он находится на предприятии магазина. И он... Его придется взять очень сильно. Окей. Все, поехали. Все, короче, поехали, да. Так. Все, поехали быстрее, нет. И вот мы находим вот место, наконец приехали. Так, вот это Хагивари, блин. Так, давайте освободим людей. Так, люди, уходите поскорее, а то Хагивари. Так, тут уже непонятная штука. А-а-а, здесь только за деньги можно. Да, я сейчас. Понятно. Ну все, давайте стрелять. Стреляй. Эй, кидайте вот это. Он не работает. Еще бомбы. Кидайте еще бомбы. Чтобы больше... Она туда попала. Блин. Давайте еще кинем. Она очень сильная. Как? Его уже невозможно уничтожить. Наконец-то! И вот эта штука, вот, где это, где? А вот это Хагивари. Все, ребята, наконец мы взяли, вот моя полицейская, наверное, все. Давайте все уходить отсюда. Вот все уехали, только они остались, они там, это чинить не все, поехали. Я думаю, что можем пойти наконец домой отдохнуть уже, да. Наконец уже можем. Все, короче, я все выпрямил. Все, вы можете идти обратно домой. Все, наконец. Блин, только этого Хагивари надо разместить. Вот, блин. Ран, давай этот монстр будет. Хагивари будет. Все.
быстрее, все, я поеду. Ребята, давайте подождем. Ну давайте такси возьмем. А вот такси. Все, короче, нас возят уже, да. Мы уже едем обратно. Все, мы едем уже. Все, спасибо. Все, Настя, уходите. Эй, а деньги там нет? Да, я не попал. Все, ребят, наконец я вернулся.